В Нидерландах образовались огромные очереди в кофешопы, где продаются разрешенные в стране наркотические средства. Местные жители спешат закупиться травкой впрок, поскольку власти закрывают для посещения эти магазины из-за пандемии коронавируса. En Países Bajos, el anuncio por parte del gobierno de que iba a cerrar los coffee shops, lugares donde se puede comprar legalmente marihuana y otro tipo de opiáceos, durante al menos tres semanas ha desatado la locura entre los consumidores. Cannabis smokers vehemently proud and carrying despite coronavirus queued up outside Dutch coffee shops on Sunday after the government ordered the closure to beat the outbreak. Кто последний в кофешоп? Я. Кто последний в кофешоп? Я. Кто последний в кофешоп? Я последний. Эй, кто последний в кофешоп? Кто? Ультимо. ¿Quién es último? Я. Кто последний в кофешоп? За мной будет. Кто последний? Я. Ага. Просили за мной не занимать. Кофешоп закрывается. Господи, боже мой. Я последний.